Губернаторский лицей номер 100 не в силах принять в этом году всех желающих первоклассников на обучение. Проблему уже озвучивали и сами обеспокоенные родители. Ее поднял и депутат законодательного собрания Матвей Володарский на заседании правительства. В лицее могут подать заявки только 200 первоклассников, в то время как их по предварительному подсчету набирается 500-600 человек. Депутат предложил совместными усилиями с правительством решить этот затянувшийся вопрос. Сделать это планируется за счет благоустройства инфраструктуры для школьников, чтобы дети могли безопасно ходить в соседние учебные заведения, а уже в дальнейшем закрыть тему путем строительства новой школы. Я хочу, чтобы Сергей Иванович, вы лично взяли под свой контроль нехватка мест в общеобразовательных учреждениях. Ну, министр, наверное, знает, что сегодня в юго-западные, да, складывается вот это в лицее катастрофическая ситуация с нехваткой мест. Там город принял решение, как бы отдельные дома, как бы, да, прикрепиться за 41-й, 65-м школами, да, там люди недовольны, поэтому необходимо все-таки разъяснительную работу. И в целом я считаю, что проблема нехватка мест там будет наращиваться. Глава региона поддержал предложение и дал поручение ответственным лицам готовить в ближайшее время совещание по обсуждению и решению этих вопросов. Значит, беспокойство по юг-западу мы с вами определились. Значит, на следующей неделе мы должны найти возможность повстречаться. Вот все, от кого зависит глубокая проработка вопроса обеспеченности дошкольным и школьным образованием на юго-западе и соблюдение прав детей. Второй вопрос касался Димитровграда. По словам Володарского, городская власть халатно относится к своим обязанностям. Абсолютно ничего не делает для народа, хотя солидные дотации из областного бюджета получает исправно. Несмотря на это, практически ежемесячно увеличивается кредиторская задолженность города, в ЖКХ творится полный беспредел, за тепло люди платят дороже, чем в других районах, не поддерживаются социально незащищенные слои населения, самый низкий процент по охвату горячим питанием школьников и многое другое. Ничего общего, да, коммунистам это партия не имеет. И поэтому я как раз разочаровался и вышел. Потому что сегодня КПРФ это просто, понимаете, вот здесь есть некоторые, которые предпринимательством занимаются. Это просто франшиза. Понимаете, это франшиза Зюганова, как вот Макдональдс, как вот KFC. Вот они продают эту франшизу, понимаете, по регионам и все. Поэтому сегодня необходимо то, что в Димитровграде происходит, да, чтобы за это несли конкретные люди ответственность. Депутат законодательного собрания призвал областной Минфин изучить все имеющиеся цифры по долгам города Димитровграда и создать специальную комиссию с целью тотальной проверки деятельности руководства города. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов, Новости Улправда ТВ.